Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня хочу вам предложить очень вкусное, горячее, можно так сказать, основное блюдо пасхального стола. Вот что мне для него понадобится. Овощи с мясом — это всегда вкусно. Мне понадобится картошка. Желательно берите картошку небольшого размера. Также мне понадобится морковка, репчатый лук. Конечно же, я буду добавлять орегано, сушеный укроп, соль и немного подсолнечного масла. И также мне понадобятся стейки из свинины, которые можно заменить обычным мясом, просто которое можно порезать на кусочки. Самое главное, как вкусно замариновать. Для маринада мне понадобится сок лимона, паприка, черный перец, соль и немного подсолнечного масла. Приступаю! Но что еще можно вкусное приготовить в духовке на праздник? Это, конечно же, мясо по-французски. Но как его приготовить вкусно? Обязательно посмотрите мой рецепт, как готовлю его я. Есть там пару секретиков, чтобы это мясо получилось просто очень вкусно. Попробуйте. И, конечно же, я вам хочу предложить, как можно вкусно запечь карпа в духовке с овощами. Пальчики оближить. А на этих два рецепта я оставлю ссылки в конце видео. В первую очередь приготовлю маринад для мяса. Соль, черный перец и паприка. В принципе, специи добавляйте на свое усмотрение. Также мне понадобится сок лимона и немного подсолнечного масла. И все хорошо размешаю. И мясо нужно смазать маринадом с двух сторон и оставить минут на 20, желательно 30. Лук нарежу крупными дольками. Морковку предлагаю нарезать брусочками. Картошка у меня небольшого размера, поэтому выкладываю ее целиком. Также добавляю морковку и лук. Все нарезано крупно, потому что я собираюсь долго запекать. Добавляю специи и подсолнечное масло. И все немного перемешаю. А сверху выкладываю маринованное мясо. Все накрываю фольгой и отправлю в разогретую духовку до 160 градусов. Я хочу, чтобы овощи с мясом томились на небольшом огне. Убираю в духовку как минимум на 2 часа. Овощи с мясом провели в духовке ровно 2 часа. Теперь самое время открыть фольгу. Красота! И уже теперь буду запекать без фольги. Теперь буду запекать без фольги и увеличу температуру до 200 градусов. Представьте, какой у меня сейчас на кухне стоит аромат. Картошка с мясом провела в духовке без фольги еще 30 минут. Мясо немного подрумянилось и, конечно же, овощи. Ну что, пробую. Конечно же, лучок. И морковочку. Отрезаю кусочек мяса. Мясо просто разваливается. Конечно же, картошечку. И все буду пробовать. Очень вкусно. Ну реально очень вкусно. Это блюдо очень похоже на греческую, либо на армянскую кухню. Очень вкусно. Приготовьте по этому рецепту на пасхальный стол, либо просто на праздник. Я вас уверяю, пальчики оближете. Божественно. А всем, кому понравился этот рецепт, не забудьте написать комментарий. И, конечно же, поставить мне лайк. Пока!